Фонд развития образования Азербайджана провел отчетное мероприятие, посвященное трехлетней деятельности. Мероприятие началось с показа видеоролика, отражающего деятельности фонда. Затем перед участниками выступил председатель правления Фонда развития образования Азербайджана Эльнур Насибов. В своем выступлении он отметил, что основной целью фонда является поддержка программ и проектов, направленных на развитие системы образования в Азербайджане, содействие интеграции и укреплению образования и экономики, а также реализация программ, связанных с развитием инфраструктуры Азербайджана. Фонд охватывает более 20 тысяч человек, являясь организатором и партнером более 40 проектов. Улучшение физической инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений работы фонда. В рамках проекта, являющегося ярким примером государственно-частного сотрудничества, планируется поддержать реализацию строительства общеобразовательных учреждений в разных городах и регионах нашей страны. Кроме того, совместно с международной компанией платежных технологий Visa ведется работа по созданию единой студенческой карты, которая будет обладать особыми привилегиями. Далее Эльнур Насибов ответил на многочисленные вопросы представителей масс-медиа страны. На мероприятии своими впечатлениями с присутствующими поделились участница программы студенческой выпускной стажировки Мариев Чифи Дан Фарзалиева, участник проекта продвижения экзамена IELTS Чингиз Аскерли и участница программы стипендий развития Парла Эльмира Оруджева. Далее прошла церемония награждения журналистов, участвующих в конкурсе на написание лучшей статьи на тему «Поддержка образования девочек». Конкурс был приурочен к трехлетию образования фонда. В конце мероприятия члены жюри, оценивающие конкурс, также были награждены.